Right to Life presents. Кто-то из экипажа ледокола, Александр Санников, услышал звонкий лай. Внизу, посреди трещин, снега и ледяной воды бегал пес. Удивительно, что с высоты корабля пассажирам вообще удалось расслышать вой о помощи. Вдобавок собака почти полностью сливалась со снегом из-за белой шерсти. Работники судна не смогли игнорировать животное, которое без помощи человека долго не протянуло бы. В итоге, сделав перерыв в работе, экипаж занялся спасением животного. Так, на Обской губе, в 4 милях от поселка Мыс Каменный, началась операция по спасению белоснежного самоеда. Собака услышала голоса людей и побежала к судну. Животное с опаской пробиралось по расколотому льду, была реальная опасность уйти под воду, но погибнуть от голода побеждала страх опасности. Позже выяснилось, что собаку зовут Айка, она потерялась неделю назад. Хозяева не могли найти питомицу. Покинув поселок, животное оказалось на заливе. Однако замерзший лед весь был в трещинах, перепрыгнуть который пес был не в состоянии самостоятельно. Капитан ледокола Евгений Нагибин рассказал об операции спасения. Мы изучали возможности для подъема животного, установили парадный трап, на который самоед поднялся сам, приманили собаку с помощью угощений. Затем вышли на связь с поселком, нашли владельца. Беглянку Айку согрели и накормили на ледоколе, учитывая, что она без еды пробыла почти неделю, ела она все, что давали без капризов. Она радостно виляла хвостом, оказавшись на теплом судне в окружении людей спустя неделю скитаний. Возможно, собака уже не надеялась на спасение. Когда собачка отдохнула и экипаж закончил с делами, Айку отправили домой на судне с воздушной подушкой. Светлана Черешнява из мыса Каменного, хозяйка Айки, очень благодарна экипажу за спасение животного. Теперь собаку будут откармливать, лечить лапки, травмированные льдом. Впереди самоеда ждет восстановление. Если бы не моряки, неизвестно, что бы случилось с бедняжкой. Пожелаем песику всего самого наилучшего и больше не теряться. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.